You know what I mean? Погнали слушать еще один трек, который с пятницы мы пропустили, но очень-очень-очень-очень-очень. Вот этот трек прям очень в телеге рекомендовали, поэтому давайте его заценим. Почему, собственно, и нет. Штрих-код, второй кусок. Мы слушали от штрих-кода что? Мы слушали Boomer Shooter, и мы слышали его на недавнем альбоме Dog Days, который так сильно что-то хайпит, что пиздец. От Такизавы и Декмы, да? Он там был на фите. И вот теперь сольная работа, еще одна у нас пополняется. Коллекция, да, Produced by Штрих-код, сам продюсирует свою работу, молодец. Про трек ничего не написано, клипа у нас нет. Поэтому let's go слушать, что это вообще такое. Погнали. Чувствую в тебе угрозу, поэтому никогда не скажу правду. Даже если поднимусь, все равно буду звучать, будто андер. Грязь в моем узле, будто бы его посвятили фанки. Жить как будто попал на кислоту, бро, никогда не будешь оправдан. Реально хуйло, я ебал смерть. Ёбкал хуй на твой косте, ты подай лицо, как в моем сне. Видишь свое вообще нигде, ты как Фуджи Тора, ты асфер. Хотел светиться со мной, лежит в песке, хорошо там, где нас нет. Ты умрешь от одной атаки, а улыбался с головой на плахе. Я сейчас как гильдай смотрю на вас и просто хохочу. На тебя, братан, сори, мне не хватает чувств. Я ебал в рот весь твой музыкальный вкус. Я живу, пока мне не выпадет пиковый туз. Тебя все забыли, ты для них просто игрушка. Я хочу читать свою хуйню, нахуй быть тушным. Я не говорю с тобой, ведь не считаю нужным. Я не держал тех людей, которые от меня ушли. Ты ебаный ноль, взял один кусок, дуру второй. Это Конжера Мув, ты играешь роль. Меня в пути дыра, вечный покой. Меня всегда жизнь под наклон. Симфония ночи под окно. Вообще я выкупаю твою пол. Отдайся небо как дракон. Чувствую в тебе угрозу, поэтому никогда не скажу правду. Даже если поднимусь, все равно буду звучать, будто андер. Грязь в моем узле, будто бы его посвятили фанки. Жить как будто попал в кислоту, бро. Никогда не будешь оправдан. Ну, однозначно не зря рекомендовали, штрих-код радует. Бля, пиздец, штрих-код радует качеством. Уж не знаю по поводу всех остальных, да, всего остального, дискографии, треков, всего остального. Но вот то, что мы слышим от него, это вообще пиздец разъеб. Это разъеб. Это жестко, блядь. Смотрю, типа, бридж, потом второй куплет, думаю, бля, не задушнит? Не задушнил, блядь, исполнил по-другому, бля, другой флоу подошел, вообще пиздец. Да, динамика вообще по-другому воспринялась. Пиздец охуенно, молодец. Ты ебаный ноль, взял один кусок, беру второй. Это Конжура Мув, ты играешь роль. Конжура — это у нас аниме, да, что-то из аниме. Не смотрел это аниме. У меня в груди дыра, вечный покой. В моем сердце дырка. Мне нужна таблетка вообще-то. У меня всегда жизнь под наклон, симфония ночи под окном. А здесь что? Слышу людей за окном, они кричат о помощи. Это симфония ночи, строка из куплета Никиты на треке «Хорошие ребята», Декма и Штрих-код. О, Декма, окей, пересечение, да? Я вообще не выкупаю твой понт, хватаюсь за небо как дракон. Чувствую в тебе угрозу, поэтому никогда не скажу правду. Даже если поднимусь, все равно буду звучать будто андер. Но вот тут не зарекайся, потому что всякое может быть, да, братан? Все всегда меняется, и твой вкус, и твой взгляд, все может измениться. Грязь в моем узле, будто его посвятили в панки. God damn it, это же пересечение с OG Будой. Тоже про это читал, он вот как раз-таки на пох вообще... Ты еще как будто попал в Энис Лобби, бро, никогда не будешь оправдан. Энис Лобби является правительственной крепостью в Гранд Лайн, как штаб-квартира морского дозора в тюрьме Импел Даун, локация за аниме One Piece. За One Piece респект. А я реально хуйло, я был смерть. Осуждаем, блядь, мне похуй на твой кастет. Я пришел сюда на реальную перестрелку, блядь.
Опадает лицо, как в моем сне, ты не видишь свэк вообще нигде. Ты как Фуджитора, ты ослеп. Фуджитора, тоже One Piece, да? Угу. Окей, хотел встретиться со мной, лежит в песке, хорошо, там, где нас нет. Там, где нас нет! Горит невиданный рассвет, да? Нужно было включить Оксимирона здесь на бэке, чтобы он эту строчку заорал. Эх, лица картин на гвозде. Виктория Панк, она в моей пасти. Виктория Панк тоже из One Piece, а твои принципы это пластик. Бля, ты клоун, как Красти. Клоун Красти, персонаж из Симпсонов. Да, ты клоун, как Багги. Пират из команды пиратов Багги. Бля, ты умрешь от одной атаки, Титана. Я улыбался с головой на плахе. Атака. Я говорю, как Гири 5, смотрю на вас и просто хохочу, похуй на себя обратно, смотрю, мне не хватает чувств, покажу, мне не хватает пиковый туз. Может быть, стука на старшего брата Луфи, Портгас, Ди Эйс, который был капитаном пиковых пиратов, то есть он был пиковым тузом. Тихуя. Вот это пацаны крутят, вертят, блядь. Как вы до этого додумали? А, ну типа, если да, на One Piece были до этого отсылки, то, возможно, и здесь, типа, что-то, да? Окей. Я ебал в рот весь твой музыкальный вкус, кстати, хорошо. Тебя все забыли, для тебя просто игрушка, хочу свою хуйню, не хочу быть трушным. Кстати, заметил такую хуйню? На прошлом стриме, где Уджибуду слушали, я про это говорил, еще раз, да, повторял. А на Егоре, на Big Baby Tape у меня вообще сильный трек, да, вообще пиздец. Про трушность кайф, да. У меня жопа же сгорела на тейпе с Ворской, типа за вот эту вот трушную историю все дела, и... Это так забавно, потому что в буквальном смысле у меня над головой канал, блядь, называется, типа, Трушное ТВ, нахуй. Я такой, нахуй, трушность. И канал назвал Трушное ТВ. Что это, если не ирония? А я говорю с тобой, ведь не считаю... Я не говорю с тобой, ведь не считаю нужным, я держал тех людей, которые от меня ушли. Ну, хорош, хорош. Круто звучит. Обложка интересная, да? Это тоже же аниме какое-то. Отсылка на аниме. Мне почему-то, конечно, Наруто напоминает, но вот судя по лицу, как будто фейс из кого-то другого аниме, да? И Пёсель... Блин, откуда Пёсель? Пёсель тоже какой-то знакомый, на самом деле. Блин, прикольно. Очень понравился второй куплет, на самом деле. Прям разъёб. И бит пиздец. И по исполнению. Ну, супер. Капа очень круто поставлена. Взял один кусок, дуру второй. Это Кенджера Муф, ты играешь. Роты бы его посвятили в банке. Жил, как будто попал на кислот бы броник. С кем? Шотами просто хохочу. Руку на эти тайки. Я улыбался с головой на плахе. А, я сейчас как гирка, смотрю на вас и просто хохочу. Руку на тебя, братан, сори, мне не хватает чувств. А, я ебал в рот весь твой музыкальный вкус. Я живу, пока мне не выпадет пиковый туз. А, тебя все забыли, ты для них просто игрушка. Читать свою хуйню, нахуй быть тушным. Но я не говорю с тобой, ведь не считаю нужным. Я не держал тех людей, которые от меня ушли. А, ты ебаный ноль, взял один кусок, дуру второй. Это Кенджера Муф, ты играешь роль. Меня будет игра, вечный покой. Меня всегда жизнь под наклон. Симфония ночи под окно. Вообще я выкупаю твой пол. Хватаю за небо, как дракон. Чувствую в себе угрозу, поэтому никогда не скажу правду. Но даже если поднимусь, все равно буду звучать, будто андер. Грязь в моем узле, будто бы его посвятили в банке. Жизнь как будто попал на кислоту, бро. Никогда не будешь оправдан. Супер трек, давайте его тоже добавим. Пиздец, бля, мощная работа. Я думаю, заслуживает штрих-код. Пиздец, блядь, мощный тип. Добавить плейлист 23-й год. Респект, охуенная работа, бро, спасибо.